Буэнос диас, братва. Ядерно рассыпной заряд ваш экрана, а это значит, что мы продолжаем карать чертей Need for Speed Most Wanted. Да-да. Поэтому садимся поудобнее, берем листички и поехали. Итак, в прошлой серии мы откатали пару гоночек. Так, для расслабона. Нам еще надо где-то высрать 5 штук. Это первый момент. Второй. 3 паришки из 5 нам надо выпить. Ну и где-то достать чуть больше ля марьета. На кой хер? Я не понимаю. Ну, значит... Так, посмотрим, что у нас тут по гоночкам. О! Дрэк Рейсинг. Ништяк. Заряжай. Так, Carrera, Audi A4. Понтик, если я не обгляделся. И... Импреза. Так. Ох ты ж мать твою! Хуяк! Голливудский трюк. Вот здесь будет очень потно перестраиваться. Вот сейчас бы не наебениться никуда. Ах ты ж мать твою! Блять, первый фейл. Так, ладно, просто запомним, что здесь у нас есть ехидный грузовичок. Ну а так вроде, ну, почти половину трассы прошел очень чисто на самом-то деле. Так, перестраиваемся. Так, немножко втопить. Здесь. Здесь. Ебучий шлагбаум, блядь. Блядь, перед самым финишем. Ебись ты, перевернись. Ладно, ну с третьего раза должны зайти. Стартанул немножко вяленько, ну да хуй бы с ним. О, вот это сейчас было опасно. Опять в одно касание. Как же меня калят вот эти вот резкие, так сказать, перестроения. Да сука ж ты, блядская, опять грузовичок. И хуй ты его заметишь нормально. Ну чё, ходу, психи. Ух, вывернулся. Проскочил. Так, передачу вверх. Тыц. Шлагбаум. Ах ты ж мать твою, не вовремя перестроился. Еще один ехидный грузовичок. Ну что за нахуй? Вот честно, никогда не любил драгрейсинг именно в Most Wanted. Пошел нахуй, вот почему. Пердачок-то пламенеет потихоньку. Жух, жух. Жох. Так, чуть-чуть снижаем скорость. Оп, блядь. Вот нахуя я перестроился. Не, ну вы гляньте, 3 из 4 попали в аварию. Ебись, перевернись. Я уже со счета сбился, какой заход, но погнали. Блять. Сколько раз я его обскакивал, а тут на нахуй. Скорости не хватило. Да, я, конечно, помню, что в драгрейсинге весь трафик заскриптован ко всем хуям, блять. Я уже не могу смотреть на это без мата. Поэтому придется очень громко материться. Злоебучая пиздища, ладно. Пройдем на бряке, хуй с ним. Да. Голливудский актер из меня никакой. По-моему, первый раз я этот трюкан зафейлил. Блять, вот почему я в самом начале начал фейлить, а? Я уже забыл, что там вдалеке. С
сука. Сука. Блядь. Сука, у меня уже истерический смех начинается. Так, это мне уже начинает нравиться. И заметьте, я переключился только на пятую в середине тоннеля, когда в прошлый раз я переключался на шестую. Блядь, не успел! Ёбаный запаршивец, как же у меня горит. Просто нахуй, взлом жопы, блядь. Ну да, я успел нажать на кнопку, но от фейла меня это не спасло. Едем еще разок. Хм. А так не думал, что можно было обойти его слева. Так, сбрасываем оборотики. Да неужели, блядь? Я со счету нахуй сбился, с какого раза я это проделал, напишите в комменты. Узнаешь? Скотина. Полицейский щенок на поводке. Ты самым стучишь или кто-то из твоей своры? Впрочем, мне плевать. Все равно виноват ты. Ты придурок. Соси, писюн. С тобой я еще поболтаю как-нибудь. Так, ладно, гоночки гоночками. Сколько? Раз, два, три. Четыре галочки из восьми. Давайте, раз такая пьянка пошла, проедем истреблять или пойдем шатать ментов. Блять, у того, кто проектировал последние трассы, прям вот какая-то маниакальная страсть к различного рода тоннелям, комариным жопам, через которые надо прогнать машину на скорости в 300. И прочие подобные поебени. Извини, чувак, ты был нужен планете. Блять, вот нахуя загонять меня с самого начала гонки в какой-то комариный очелло? Я еболей, бабу, как так-то? Я шо, блять, какая-то фемимразь, которая не может войти в слишком узкую для нее дверь, потому что она отожрала жопу шире, чем, сука, карьерный самосвал, пока красила свои подмышки в фиолетовый. Но, блядь, вот еще одно комариное очко, сука! Блядь! Блядь! Я уже не могу. А-а-а, сука, как же у меня воспламенилась жопа. Ух, ладно, теперь надо проржаться и ехать дальше, потому что меня тут... Блядь, кто оставил мину на дороге, суки? Блядь, как же у меня горит. Так, Саныч, возьми себя нахуй в руки. Тем более запас по скорости у меня, ну, прямо-таки приличный. Мустанг мне не конкурент, потому что он рулится, сука, как ёбаный ледокол, блядь. И для него вот эта вот проблема комариной сраки втройне актуальна, чем для Porsche Carrera GT, которая при прямых руках позволяет выебать просто все, что шевелится, а что не шевелится, растолкать и выебать. Блять, еще кто-то таксиста снес. Вот нахуй вы с работягами-то так жестко-то, а? Блять, еще таксист. Да что за пиздец тут происходит-то? Ебись, ты провались, а? Сука! Ты, блять, серьезно? Ехал, ехал, никого не трогал на нахуй. Развернулся и подставил мне жопу. Ты че, педер, что ли? Так, ладно. Перчим дальше, потому что уже 84%. Я так чувствую свою фору, я сожру просто, блядь, в хламину. Ну, хоть здесь две полосы, блядь.
А то опять как загонит нахуй в комариную жопу, мигалки начались. Да еба, блядь! Несмотря на то, что я еле как ехал, я все равно это сделал. В смысле, блядь, у меня 5-й уровень? Блядь, ну если потеть, то по полной. Нет, не сюда. Короче, надо набить, выбить все 4 паришки, которые остались, и завести 400 тонн рейта. Начнем, пожалуй. Мне пизда. Потому что это, сука, Chevy Corvette. Да, секунду. Нарушитель на зеленом Porsche. Ты там где, блять? Ты чё, там дрочишь за рулем, что ли? Не, ну посмотрите на это. Как они, блять, едут. Хуёв тебе упаковку, животное. А-а-а, блять! Хотел рейдж-квит сделать, ну да ладно. Сука, они вдвоем меня зажали, когда иногда 10 рыл было недостаточно. Вот что за пиздос, а? Я прямо-таки в ахуе. Просто в тотальном нарастном ахуе. Вот как сакса, ебаный в рот. Ебаный в рот, да как сакса? Похуй, наличкой. Благо, она у меня еще есть. Так, блять. Попробуем немножко другую методику. Ну хоть ты, блядь, не самоубейся быстрее, чем ты выберешься с участка. Нарушитель на зеленом Porsche. Скорость выше допустимой и растет. Здрасте, блядь, я пятаки наворачиваю, как оно может расти? Долбоебина, блядь. Все резервы на этот вызов, срочно. Ой. Так, ладно, едем на автовокзал и просто там втыкаем. Я просто хочу попиздеть. Хотя настрой у меня более чем боевой. На самом деле фича в том, что я сейчас просто хочу, как говорится, без лишнего ущерба для себя и без особого риска. Да мне как-то похуй, где я. Сука, не удержался. О, здорово копать. Ладно, повтыкаем немного. Главное, чтобы теперь никакая, блядь, не залезла сзади. А то нереально действует по-пидорски. Блядь, еще и темнеет, а так нихуя не видать. А тут еще здрасте. 1 эхо 12. Сообщите последние данные. Он вернулся на автовокзал. Ну здрасте, я как бы оттуда не съебу. Что за пиздец-то, а? Блять, я даже кнопки отпущу специально. Я, блять, подожду. Ну, потому что, блять, с первыми копами гонять, ну, адски скучно. А так, ну, может быть, что-то еще и получится. Потому что, ну, первые, это так, хуйнище, на самом деле. Вторые, ну, уже пободрее. А вот спрыгивать с этой попугайной жердочки можно, ну, наверное, начиная с троечки. Здрасте, блять. Хоть ты-то не съебижу. А, блять. Здрасте, все менты съебались, а я еще тут один буду куковать. Вы ебать, пидорасы, пацаны. А, не, вон кто-то летит. Сквозь пробку и ветер. Я, по-моему, такую хуйню уже как-то проделал. Ну, блять. Для чистоты эксперимента проделаю еще разок. Эй, я здесь вообще-то. Дебил слепошарый. Чарли 21. Продолжаю погоню. Неужели, блять, вы меня нашли? Чё, заехать ко мне с Сити, да? Ну хотя начиная уже где-то с третьего уровня жары, менты все-таки становятся позлее. Ну пиздец вы, блядь. Ты где,
Так, ладно, закуриваем нахуй. Это говно надолго. Я так чувствую, пока ко мне кто-нибудь заедет, я тут состарюсь. С вашего позволения связки смочу. Только я себе, блядь, на штаны налил, но это так, мелочь. Да есть тут, блядь, кто-нибудь живой, а? Сука, я чуть не пизданулся. Блядь, у меня колесо там застряло, ну все, пиздец. Диспетчер, подозреваемый найден, склад 3. Тык. Он вернулся на автовокзал. Тык, я сказал. Ты, блядь, серьезно. Последний раз код 6 ехал на восток по 99-му шоссе. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ты чё там, блядь, слепо-тупо-немой? Или кто? Пиздец ты, Даунито, блядь. Моргенштерн по сравнению с тобой эталон эрудированности. Он вернулся на автовокзал. Да едь ты уже отсюда. Все, пиздец, самоубился. О! И тут же подошло время спрыгивать. Ну ништяк, что я могу сказать. Блять, мимо. Вот теперь начинается движуха. Я не говорю, что прям жара, пиздец, но движуха. Потому что через полторы минуты у меня на хвосте будет 15 орков. Так. Дадим газку. Животные. Ну, блядь. Отмена предыдущего. Вижу объект. О, носорожи. Хуяк. 20 тонн рейта как с куста. Ништяк. Ага, лучшее решение. Лучшим решением будет отпиздить вашу шайку-лейку и съебаться нахуй. Все, он почти отцепился от меня. Бомц. Главное знать технику удара, чтобы гарантированно тачку перевернуть. Может мне еще сильнее оторваться? 370, мать его, километров в час. Чё дохуя. Бомц. А вот и перевертыш. Смотреть я на вас буду, долбоебы. Мы преследуем его дальше. О! Началось. Наконец-таки, блять, вы сподобились прислать подкрепление. Так, теперь аккуратно, не шурша. С небольшим, правда, заносом, который мне нахуй просто не упал. Пока, ублюдки! 10-23. Четвертый. Вот теперь с ограждениями надо обращаться сильно осторожнее. Шипы никто не отменял. Скорее даже наоборот, шипы как раз таки появились. А случайно не пошел бы ты нахуй, а? Коробочку тебе. Бомц. Срочно, о! У нас человеческие жертвы. И хеликоптер тут тоже где-то крутится. Гендерфлюидный вертосексуал, блять. Блять, опять комарина очила, да что такое? И джипик с шипами, ну? Классика. Значит, придется объезжать. Хули делать? Так, сколько мне там еще с ними... Ой, блядь, вот это опасная хуйня, когда у тебя... А, 6 уродов, нормально. Я-то думал, что их не меньше десятка. Блядский запорожец, из-за вертолета нихуя не видно. Поднял тут пыли еще, пидорас крылатый. Давай.
суки, жмут. 140 задним ходом, как тебе такое, Илон Маск? Ну, пришлось действовать так. Хули тут сделаешь? Угу. Догони меня, кирпич. Так, еще 2 минуты, и у меня на хвосте будет 20 уродов. Тут. Блять. Потом еще надо будет где-то набивать тупо на рейд. Ну, 1400, наверное. Так. Ущерба. Ну, блин, еще 120 тонн надо где-то выбить. 6 заграждений. Из которых 5 с шипами. Ну, других я что-то не припомню, поэтому все идет по плану. Сука! Ебучий членин. О! Вот это мне уже нравится больше. О-о-о. Было касание, нет, нет. Было, блядь. Все, новенькая машина была. Когда объект видели в последний раз, он следовал на... Сука, спалил. Ну, теперь все или ничего, хоронить его под заправкой. Только дайте мне сначала до этой самой заправки доползти. Мне пизда. Хотя кто бы в этом сомневался. С 2 пропоротыми катками. Хули бы я сделал. Хотя, по-моему, был момент, когда я уходил с 4 пробитыми катками. Ладно, похуй, потрачу жетончик. Но что-то у меня сегодня на заезды с копами уже не встает. Вот просто не встает. Я опять буду слишком громко материться и так далее и тому подобное. А кому это надо? Меня же в конце концов дети смотрят. Наверное, прервусь пока. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. Пока.